Марин, с победой! Забила ты сегодня красивый гол. Расскажи, как это вышло. Ну, была передача, я вижу, что не достаю. Я думала, я его не достану, но и головой я бы не попала, и ногой потянулась и забила. Похоже на что-то из пляжного футбола, нет? Чуть-чуть. И вот с углового, наверное, если бы я попала, тогда было бы из пляжного. Вот тот я хотела забить. Вот. Ну, это тоже, наверное, чуть-чуть похож. Как думаешь, могли сегодня крупнее выиграть или 4-0 объективный счет? Могли, конечно. И с большим счетом, я думаю, ну, 6-7 должны были забивать. Ну, то есть чуть реализация у нас хромает. Вот, должны были больше забивать. Но тем не менее, как у тебя настроение? Хорошее? Пойдет. Если забили больше, то, я думаю, было получше. Мы сейчас настраиваемся на Данию, поэтому будет хорошее, если Данию обыграем. Тогда будет отлично. Тебе сказали, почему тебя заменили? Я знаю, почему меня заменили. Я болела достаточно долго, и получается, ну, то есть, ну, поберегли, то есть, вот, в состоянии здоровья, так сказать, вот. Как тебе поле, как тебе погода, как тебе стадион? Отличный стадион, я знаю, что на берегу моря, и «Долга — это волна» называется, как я поняла, очень классное название. Стадион классный, поле классное, мне все нравится. Впереди Дания, какие ожидания? Я надеюсь, что мы выиграем. Какие ожидания могут быть? Хорошая команда, будем играть. Ну и интересно играть в таких соперников. Вот.